Вот такой стенд для заправки кондиционера на автомобиль. Значит, принцип действия. Сначала он, у него специальная программа, два манометра на давление. Вот. Сначала он выкачивает всю гадость, сначала масло выкачивает старое, а потом завантажит новое масло и новый, по каждой машине масса своя этого фреона. Вот. И машина снова будет прохладная. В машине будет прохладно. Вот так вот. По времени занимает... Сколько по времени занимает? 40 минут? Полчаса. По времени полчаса занимает. Вот так. Цена вопроса 800 гривен. 800 плюс-минус там 100 гривен. На каждую машину? На каждую машину? На каждую машину разный, да? Да. 800 грамм, нажмите на эти полкилограмма и полтора килограмма. Понял, да. Понял. Ну, по количеству фреона. Чем больше, тем дороже. Чем меньше, тем дешевле.